Добрый день, мои дорогие девы. Я рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 29 мая по 4 июня. 4 июня у нас большой праздник будет для православных, Троица. И еще только событие, это будет полнолуние, да? Полнолуние, знаки зодиака Стрелец. Так что выявит у вас то, что скрыто покажет, обращайте внимание на это, не забывайте. Это для вас будет важно. Итак, мои дорогие девы, смотрим вас, что вам неделя принесет это. Да, для моих дорогих дев. Начало недели, середина недели, конец недели. Так, мои дорогие девы, смотрите. В начале недели у вас тут какие-то моменты, то, что было мертвым, воскреснет. У каждого свое. Это может быть и по работе какие-то вот были моменты, ну, ни туда, ни сюда, они зависли, и как-то это все забылось, да. То есть начнет это все уже дело воплощаться в реальность, да. Так же самое по документам. У кого какие-то там были моменты, документы, казенные дома, вот это все. Начнет это все вот тоже, да, тоже выплывать. Середина недели, вы что-то грустите. Вы грустите, уйдите от меня, я побуду один, я побуду одна, все задолбало, все надоело. То есть в середине недели вы попадаете в вот это вот дурное, как я говорю, состояние эмоциональное, да, вот вы начнете поддаваться депрессии. Ну, мой вам совет, не надо этого делать. Не надо, потому что оно приносит, ну, колоссальный вред нашему здоровью. В конце недели вы работаете, вот работа, показываете свое мастерство, трудитесь над своим мастерством, работа, ну, прекрасно. Вот и поэтому в начале недели то, что было мертвым, воскреснет. Ну, тут, наверное, с работой у вас больше, все дальше буду смотреть. Так, по работе для моих дорогих дев на этой неделе что? Работа. Ух ты, ну вот, у вас по работе будет, да. У вас будет шанс очень хороший заработать. Очень хорошо заработать. Вам, может быть, кто-то предложит работу очень хорошую и хорошо оплачиваемую. Так же самое, контракт какой-то, да, вот на этой неделе. Классный. Вот, не упустите его, да. Вот и поэтому начало недели, то, что было мертвым, воскреснет, да, по работе. Классно заработать, кто-то что-то предлагает, выполни вот этот заказ и хорошо оплатится это. В конце недели вы показываете свою работу, свое мастерство, вот какой вы специалист хороший. По финансам для моих дорогих дев, не разочаровывайтесь, мои дорогие девы, по финансам. Вы грустите о прошлом, ресурс вам Бог даст на этой неделе, не, ну, прям не миллиарды, ну, вот, вы заработаете неплохо, да, если вы на это все обращаете внимание. Вы грустите, мои дорогие девы, как вы зарабатывали раньше. Ну, такие моменты тоже бывают, как бы, у всех, да, как зарабатывали раньше, как у вас раньше прибыль шла, и вот это вы вот на этой неделе что-то погрузитесь в это состояние, ну, убирайте его от себя, еще раз повторю, ресурс вам Бог даст. Заметьте его, пожалуйста. Так, по здоровью для моих дорогих дев. Вы вот насчет своего здоровья работали над каким-то определенным моментом. У каждого свое, да? И вы уже ждете результата, когда у вас уже это дело пойдет на поправку. То есть на свое здоровье вы вкладываете, да, там, покупаете там медицинские препараты, там, или еще что-то, ходите на какие-то процедуры, и вы уже ждете результата. Вот. Личная жизнь для моих дорогих дев. Прикладывайте усилия, прикладывайте силу. Мужчина ваш доволен, это что касается женщин, да, просто. Вот вы такая вот женщина, девушка, очень харизматичная. Вот вы своего партнера, дорогие мои девы, вот как-то знаете, как вам правильно объяснить, что вы меня поняли, как льва утешили, да, вот так вот, да, и вот он перед вами как на лапках стоит, ну, это хорошо, это что касается девушки и женщины, да, вот. Ну, мужчины, получается, так вот, прикладывают усилия, что касается своей второй половинки. Так, социум для моих дорогих дев на этой неделе. Так, смотрите, в социуме особо вы не захотите общаться, вот вам как удобно, вот то, что у вас есть, да, как удобно одной, удобно одному. Я вот как-то вот одна, один, мне пока хорошо так.
Вот поэтому у вас вот это состояние унылости идет, депрессии все время, да? Оно вас как-то гложет. Вот и поэтому в социуме я побуду одна, я побуду один, мне хорошо так, мне комфортно так. Вот. Ну вот так вот, совет моим дорогим девам на эту неделю. Поступайте мудро, не спешите, все оценивайте, все взвешивайте, да? Не делайте опрометчивых поступков. Вам на этой неделе надо все взвесить и принять решение, обдуманное решение, чтобы оно было обдумано очень четко, да, не быстро. Так обдумать, подумать, все-все-все взвесить и только тогда дать кому-то какой-то ответ. У каждого свой будет, да, чего не стоит делать моим дорогим девам. Мои дорогие девы, не откидывайте от себя определенных, я не знаю, людей, там, что у вас будет на этой неделе, вы вот стоите и не пускаете никого к себе, да, не пообщаться вот в социуме, да, вы, я сам, я сама, мне все это надолбало, вот я буду вот так. Вот и поэтому вам не стоит вам отгораживаться от людей, закрываться от людей, да, вот быть воинственно настроенной к кому-то, к чему-то. И что моим дорогим девам принесет это полнолуние, которое будет 4 июня. Мои дорогие девы, вы выйдете из позиции застоя, вы выйдете из позиции жертвы. Вот это вот полнолуние, и там идет даже луна на убыль 7 июня, да, в течение вот этих двух недель вы выйдете из этого зависшего состояния. У каждого зависшее состояние свое, да, вот, ни туда, ни сюда, вот как-то вы приносили себя в жертву, там, чем-то, кем-то, финансами, чем угодно, да, с этого полнолуния, с этой убывающей луны, вы вот с этого дела выйдете, да, ну и слава Богу, конечно. Вот, потому что состояние ни туда, ни сюда, оно никому пользы не приносит. И одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих дел. Сейчас посмотрим, что вам эта неделька принесет. Одна карта из колоды Ленорман. Ух ты, у вас будет партнерство, класс. У вас будет партнерство, союз, договоренность, долгосрочная. Класс, вот и поэтому, да? По работе прекрасно. Не упускайте этот шанс, не упустите эту возможность, да? И вот у вас, вы обдумали, все решили. Вот вам идет хороший заказ. И это вам как надолго будет, понимаете? Вот вам как кто-то работу будет давать надолго. Вот. Но это хорошо, это хорошо. Вот и поэтому... То, что было мертвым, воскреснет. Но у вас тут работа. Итак, мои дорогие девы, желаю вам удачи, успеха, благополучия в работе. Видно, да, чтобы у вас уже все осуществилось. Чтобы уже все сдвинулось с мертвой точки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам. Ваша Аза Таро. До свидания.